Всем привет! Меня зовут Татунашвили Руслан, и я сейчас нахожусь в России, в Новосибирске, на 19 этаже бизнес-центра Кобра. Вот, видео на тему того, что нам очень срочно нужны три человека в проект «Намекаю», проект, посвященный исполнению мечты. Люди оставляют свои мечты, и в дату их дня рождения мы помогаем их осуществить. Вот. И три человека нам нужно найти в течение ближайших 14 дней, поэтому пользуемся видеотехнологиями. Если вам интересен проект, вы можете зайти на сайт www.namekayo.ru. Если вы готовы в нем участвовать и вы считаете, что этот проект находится на одной волне с вашим мышлением, то нужно мне написать на адрес, который вы сейчас видите на экране, ruslan@kupikayev.ru, просьбу о том, чтобы я вам отправил ссылку на видеорезюме. Вы получаете эту ссылку и записываете свое видеорезюме, оно записывается там с одной кнопки. После этого мы заявку рассмотрим в течение 2 дней и приглашаем вас на реальную встречу. Вот, по статистике нам подходит 1 человек из 36. Поэтому если мы вас пригласили, вероятность того, что вы устроитесь на работу, у нас 50. Вот, всем спасибо, и сейчас можно посмотреть наш офис. Кобра очень высокое здание, если не самое высокое в городе, да? Все организовано, серьезно. Вот, можно даже пройти сначала. Вот здесь вы работаете. Вы можете работать в этом проекте 24 часа в сутки. Вы можете встречать в этом офисе рассвет, можете встречать закат. И я не могу сказать, что для меня это работа, потому что то, чем мы занимаемся, это действительно изменило мою жизнь. И очень надеюсь, что это изменит вашу жизнь. Добро пожаловать! Так будет сложно. Обнимала, как сестра, превращала ее руки в 2 серебряных крыла. Сколько дождь шептал о току, ей казалось не всерьез, и разбилась на осколки всех невыплаканных слез. И зажигать пьяные звезды. Нет, без тебя так будет сложно.